Вопросы очень серьезные, очень важные. И зная о них, я просто не имею абсолютно никакого морального права, зная о них, оставить это так, скажем, на самотек. То есть я не хочу быть, как сказано в Евангелии, лукавым, ленивым рабом, которому Господь дал талант, а он закопал его в землю, и потом в итоге предстал перед подарившим талант и сказал, что «а я ничего на них не приобрел, на этот талант». То есть этот талант я не имею права закопать в землю, я обязан его, так скажем, приумножить. И вот, в частности, картина, которая вот у нас в городе Назарово на баннерах выставлена, я сопроводил исключительными, сопроводительными надписями, прямо объясняющими мою позицию, мое отношение к тому, что из себя представляет эта картина и для чего она призвана, к чему ведет, каким образом, насколько возвышает, насколько она необходима, насколько это все-таки своевременно и насколько перспективно в смысле пророчества.